Важное отличие мужской и женской сексуальности, которое иногда приводит к негативным последствиям для женщин. Большинство сексуальных расстройств не мешают осуществлению половой близости у женщин. Если у мужчины отсутствует эрекция, то половой акт невозможен. Если у женщины отсутствует смазка, то половая близость может быть осуществлена. Таким образом, иногда женщины по каким-то причинам идут в сексуальные отношения, несмотря на то, что физиологически организм не готов к сексуальным отношениям. К чему это приводит? Неготовность организма приводит к отсутствию возбуждения или недостаточности возбуждения, что в свою очередь приводит к невозможности получения оргазма. А психика устроена таким образом, что старается избежать любым способом негативной эмоции, блокирует все, что доставляет стресс. И с течением какое-то время неудовлетворенность сексуальной жизнью из-за отсутствия возбуждения, из-за отсутствия оргазма приводит к тому, что сексуальное влечение женщины блокируется, и она не хочет вступать в сексуальную близость.